Группа «Их Щут и партнеры» представляет. Вот ягода костинника растет на солнечной полянке. Вот такие ягодки — это не очень богатое место, но тем не менее. Вот они, ягодки, очень ароматные, прячется красота костинника. Пеньки немножко, но все равно поляна солнечная, успевает, смотрите, як спелые красные ягоды костинники. Листочек у нее вот такой низенький кустик. О полезных свойствах мы еще поговорим тогда на нашем сайте костинника.com.